47 официальных делегаций из 30 стран света. У меня степлая лишь 10-й по лику международной выставы узброений и военной техники «Миликс». По масштабах задач, колькости и узровню удельников инфраструктуры форум лечится буйнейшим во усходне-европейском регионе. БТР – это одно из основных средств подвижности для сухопутных войск. Конечно, до сегодняшнего времени мы либо модернизировали доставшиеся нам от Советского Союза, да, БТР-70, очень удачная, кстати, модернизация, либо закупали, сейчас закупаем БТРы российского производства. Вот. Но, конечно, было бы странно, если с учетом такой развитой машиностроительной промышленности республики мы бы не имели собственного колесного бронированного нового подвижного средства. Поэтому такая задача была поставлена, и белорусские машиностроители, в частности МЗКТ, ее отработали. Значит, машина, ну, вот мы действительно вот ее вживую увидели сегодня впервые. Она, так сказать, внешне, да, и по ТТХ, и по облику, и по начинке соответствует всем современным образцам. Наше предприятие на рынке уже 25 лет в этом году. Основной профиль – это передовые разработки в области радиолокации, систем управления зенитным оружием, прочие системы радиоуправления. Основная продукция – это проведение глубокой модернизации зенитно-ракетных комплексов средней дальности. Что касается института физики, то сегодня мы сделали акцент на представление лазерно-оптических технологий, то есть это в основном это лазеры, которые используются для специальных применений, которые могут работать в диапазоне температур, например, от плюс 70 до минус 60 градусов Цельсия, которым не требуется ни охлаждение, сдерживают удары и позволяют функционировать в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет специальная техника. Наши разработки – это, конечно, экспорт. Российские компании, Китай, Юго-Восточная Азия. Очень широкий у нас спектр, мы поставляем нашу продукцию около 30 стран